когда у Козина забойщиком я был, рубал полоску, домой рано приходил. И так я с другом постоянно выезжал, покуда в списке штрафников я не попал. И так я с другом постоянно выезжал, покуда в списке штрафников я не попал. На утро Мельников в нарядную убежал, окинув взглядом всех и сразу закричал: «Вставай, дружочки, Алексеев и Петров, готовьте кайла, а приказ на вас готов. Вставай, дружочки, Алексеев и Петров, готовьте кайла, а приказ на вас готов. Работа сильная на вышете была, но к той работе равнодушен был тогда и не давил лопату новую ногой, а только гладил ее мысленно рукой. А была сверка, так я первым прибежал. Самодоволенно сберкнижку я подал, а уходил сберкас издавленный больной. Всего тридцатку я несу жене домой, а уходил сберкас издавленный больной. Всего тридцатку я несу жене домой. Я в тех нарядную озлобленным вбежал, кричал, как нур я там, и как медведь рычал. Мне замдиректора: товарищ, будь здоров, на нашей шахте таких много дураков. Мне замдиректора: товарищ, будь здоров, на нашей шахте таких много дураков. Я сделал выводы, что много есть причин, да лучше мне всегда поддерживать почин. Рубать наш уголь по-стахановски, друзья, тогда зарплата будет выше у меня. Рубать наш уголь по-стахановски, друзья, тогда зарплата будет выше у меня. Потом я в шахту сам возил бадью воды, носил протертые большущие штаны. За год прошел конями целое крыло, рубал как зверь, за что показан был в кино. За год прошел конями целое крыло, рубал как зверь, за что показан был в кино. Высчитал, оно же честь за честь. Жена довольная, доволен с тещей тесть. Жаль и промашка в этом деле у меня. На мою славу вся посъехалась родня. Но и промашка в этом деле у меня. На мою славу вся посъехалась родня. Ой, зря, конечно, был показан я в кино. На мою шею едут даже с подойбо.
ко мне посъехались кацапы, пульбаши. А мне бы век не видеть в радость ни души. Ко мне посъехались родные бульбаши, а мне бы век не видеть в радость ни души. Коли приехали, пущай идут рубать, и на кой хрен теперь борщи мои хлебать. Пущай узнают, как даются здесь рубли, как пропадают в нашей бане сапоги. Пущай узнают, как даются здесь рубли, как пропадают в нашей бане сапоги. Как зверюка я пахал, почти 2000 каждый месяц получал. Врачи вибрацию признали у меня, пассивным стал, жена уходит от меня. Врачи вибрацию признали у меня, пассивным стал, жена уходит от меня. Когда у Козина забойщиком я был, рубал полоску и с женой всегда шутил. И с ней я жил по-человечески, друзья. Теперь и деньги есть, сбежала от меня. И с ней я жил по-человечески, друзья. Теперь и деньги есть, сбежала от меня. И с ней я жил по-человечески, друзья. Теперь и деньги есть, сбежала от меня.